Здорово всем, ребят, с вами Хилхерц, и это игра Dark Souls 1 Remastered. Вот, ну, собственно, чё тянуть кота за все его причинные места? Давайте отправимся в крепость Сена, но перед этим, почему бы нам не пойти и не навалять по голове этому страшному демону? Не знаю, зачем это нужно, но попробовать хотя бы я хочу. Мне кажется, мы уже дошли до той кондиции, когда готовы раздавать всем лещей. Бабах по горбу. Ой-ой-ой. Алло. А что так много урона стало, а? Так, по-моему, мы сейчас можем отъехать, да? Я помню, у этого черта очень большая рейндж атаки. Но тем не менее, мы-то тоже с вами не пальцами деланные. Бабах, просто посмотрите, минус лицо у дяди. На его укол, просто в сердце, минус сердечко. Его остановочка, господи. Демонический титанит и 2000 душ. Угу, а здесь, наверное, он отсюда запрыгнул. Ну, я, конечно, не эксперт. Надо погромче сделать. Так, запись идет, все хорошо у нас. Хорошо, хорошо. Я вот думаю, может длинный меч заточить. Не уверен пока. Так, ничего не будем делать, сразу пойдем дальше. Эх, не то чтобы я готов идти в крепость Сена. А, блин, надо было, наверное, раньше подойти и с Сигвардом, по-моему, поговорить, из Катарины. Ну ладно. Так, здесь, я помню, должны быть змеи-люди. Иди сюда. Блин, маловато, кстати, урона, думал, побольше будет. По горбу. И второй. Ох, уронный, хорошо. Блин, они выжили. Оу, щит. А, нет, отлично. С двух ударов это очень хорошо. Если честно, я думал, она не достанет. А она взяла и достала. Почему фляга с Эстусом так мало мне еще хилит? Алло. Так, ну здесь у нас будет очень много ловушек, очень много проблем. Ну, мы будем готовы. В скобках нет. Угу. Там ништяки, побежали. Здесь главное четко чувствовать все, что нам нужно. С этим дядей лучше просто обойти, хорошо. Потому что тот лучник, который молниями кидается, будет очень нам мешать. Это я помню еще. Так, этот дурачок иногда падает. Это, собственно, и случилось. Видали, какая защита у этого сета просто космически крутая. Так, поэтому мы отправимся дальше. Здесь, по-моему, можно за раз пробежать все. А вот и нет. Так, тогда будем потихонечку, помаленечку. Отлично. Иди сюда, бабах по горбу. Ну и давай добьем его. Хорошо. Змееголовый. Так, здесь ловушка. Угу, вроде мы ее нивелировали. Проверка, это нормальный сундук. Вот санский, так сказать. Большой осколок. Осколок титанита, целых две штучки. Так, здесь что-то будет? Здесь, по-моему, ничего пока не будет. Это, по-моему, враг. А я смогу потом подняться? Смогу. Бух, господи. Вот это ассасин просто. Давай, уходи. Брысь, брысь отсюда. Питон уполз. Так, ну и теперь самое интересное. Ага, хорошо. И мы так и выходим. Бабах ему по горбу раз. И бабах ему по горбу два. Похоронили. Так, чешем нос, простите. Так, нам вроде как вниз еще нужно. Ой-ой-ой, а что это вы тут забыли, ребята? По-моему, вас тут не было. Я, конечно, могу ошибаться. Но мне не хотелось бы ошибаться. Ух, щит, камера, простите. Мои эмоции немножко не к месту. Давай по горбу раз. И по горбу два. Просто одной рукой побеждаю их, а второй чешу нос. И это я умею. Так, ребят, разойдитесь. У нас тут луковичный рыцарь. Ой. Прости меня, я глубоко задумался. Меня зовут Сигмайр из Катарины. Признаться честно, я наткнулся на препятствие. Точнее, шар. Боюсь, я пухловат для подобных упражнений. Так я и сижу. Обдумываю, так сказать, варианты. Хо-хо-хо. Дядя, ну я тебе помогу. Наверное, надо шар откатить. Тфу, не получается, у меня аж голова закружилась. Хорошо, это я могу тебе устроить, родненький. Да, наверное, нужно будет потом длинный меч закалить, точнее заточить на +5. И, возможно, я его сделаю в молнию, но я не уверен еще.
Так-так-так, оу, щит. Блин, по-моему, здесь должны быть фреймы неуязвимости, но я в них, по-моему, не попал. Так, идем сюда. Хорошо. По-моему, щит. Нет, шател. Оу-оу-оу. Эта дамочка прыгнула за нами, по-моему. Ну и ладно. Главное потом не забыть в Анерлонда пофармить титанитом побольше. Так. Успею, успею, должен успеть. Просто супер стильно. Так, так, так. Сейчас тоже должен успеть. Сейчас перерыв. Пойду сначала туда схожу. Не помню, что там, по-моему, ничего интересного. Хотя я могу ошибаться. Я помню, здесь адский лифт есть. Это тоже нормальный сундук. В котором, если вовремя кольцо стальной защиты. Если вовремя не сойти, ты, короче, рипаешься ваншотом. Так, здесь вроде бы никого. Ловушка. Откуда будет стрела идти? По-моему, сзади. Господи, почему я это помню до сих пор? Так. А-а-а, не сегодня, не в мою смену, мальчик мой. И атака в прыжке, которая похоронит его. Просто... Можно, пожалуйста, похоронный марш? Так. Ага. Ага. Оу, щит. Я туда не пойду. Серьезно, он даже сзади кусает? Давайте сначала вниз посмотрим, потому что здесь какая-то фишка есть. Я уж точно не помню, какая именно, но какая-то есть. Так, еще немножко подождем. Так, теперь наверх. Сюда, я помню, можно спрыгнуть. Вот здесь, вот так. Бабах по горбу, нормально, приголубили. Похоронили. Так, большая душа гордого рыцаря, хорошо. Как говорится, гордым рыцарем больше, гордым рыцарем меньше. Так, если я сюда упаду, я уже не вернусь. Это что за место будет? Давайте сходим, я просто немножко не уверен. Оу, щит, это мы, получается, я примерно понял, где мы. Но не до конца, опять же. А внизу, по-моему... Оу, май, там еще демоны эти живут. Знаете что? В принципе, можно попробовать с ними разобраться. 7000 душ, готов ли я? Я даже не знаю, давайте все соберем, что здесь можем собрать сверху. И потом уже отправимся с теми демонюгами сражаться. С них вроде бы их... А двузубец, трезубец может упасть. Так, а мне, короче, надо было в другую сторону. Ну ладно. Кольцо с дремлющим драконом. А что оно дает? Я не помню. Так, владелец не производит шума. Это кольцо тайно носил один скрывающийся колдун из Винхеймской школы дракона. Хорошо. Так, мне можно, пожалуйста, выделить в таргет этого дяди уважаемого? Ага, так. И получается мне вот отсюда прыгать, да? То есть, давайте на всякий случай вот так. Вот так. Так. Знаете, я для уверенности бафнусь, наверное, смолой, если она осталась. По-моему, две или одна должна была быть. Две, хорошо. Так, ну и давайте. Вот так вот. Ну что, собрались, пацаны? Ну что, пацаны, погнали? Не, я, конечно, мог бы проанализировать свой поступок, но я думаю, здесь все как бы понятно и без слов. Да-да-да. В общем, я не хочу объяснять, как это произошло, каким-то образом я упал вниз и не надамажился прям слишком сильно. И сейчас мне нужно супер быстро успеть попробовать поменять кольцо, свапнуть, потому что я здесь, видите, как хожу, как какашка. Ну, по-моему, это ХГВП и минус много тысяч душ, но нет, я не сдаюсь. До конца гейминг. Как говорил Каэльный, так, бежать, бежать, уворачиваться. Так, мистер Демон, а можно вы это, не будете сегодня наглеть? Так, если здесь успею похиляться, это хорошо. Так, прыжочек, так, быстро собрались, все, я все успею. Так, 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 кольцо, хорошо, я могу ходить. Так, обманули дурака на 4 кулака. Хорошо. Там вот эти твари очень сильно мешают. Но здесь я помню, здесь мы можем выбраться. Но мы же не просто так сюда попали, правильно? Раз попали, давайте разнесем кабинеты вот этим ребятам. Блин, я думал, без таргета все получится, но нифига не получилось. Так, собрались. По горбу. Блин, как неудачно. А, он отпрыгнул, хорошо. Давай, подходи сюда, давай. Давайте тогда, пока он там мнет свои, опять же, причинные места, с этим дядей разберемся. Прям так супер уверенно. Собственно, чё бы и нет. Просто раз его, два, три. Слушайте, а этот потолще, чем тот. Надо похиляться, похиляться, говорю я. Быстро, раз, два,
Отлично, минус один. Хорошо. 2000 душ, это стильно. Так, забрать предмет. Демонический титанит, душа отважного воина. Это хорошо. Так, и коса. Угу. Ну что, неплохо. Так, запись есть? Запись есть, хорошо. Теперь как-то надо с этим дядей разобраться, но у меня же не просто так есть огненная сфера. Я же, мать его, пиромант. Иди сюда. Далеко собрался, молодой? По-моему, у кого-то проблемы. Да куда ты своей культёй машешь? Нормально, хорошо, байтим. Просто супер профессионально. Так, по-моему, это станлок. Еще два шара и влет с Свайнхейндера. Так, у ворот профессионально, супер стильно. Так, теперь берем оружие в две руки. Разгоняем, берем разбег и бабах ему по лицу. Вот это ошибка! Так, дубль два. В эту дырку, надеюсь, лучше получится. И два удара. Раз и два. Похоронили. Так, демонический титанит, нормально. Не помню, чем, что им можно улучшать, но я думаю, мы найдем. Как говорится, главное найти расходники, а что уже улучшать, это уже десятое дело. Так, по-моему, это все, хоть бы все. Щит, еще один. Ладно, собрались. Ворот стильный. Блин, а там еще два. Господи, что-то много их там. Сложная локация, сложная, да. Не этого я ждал, не этого. Я кое-как смог вернуть души, смог убить одного из них двоих, и теперь там еще один чертяк остался, я его наполовину продамажил, чтобы на запись не слишком долго. Вот, и сейчас мы с ним как-нибудь попробуем разобраться. Так, это какой-то, по-моему, босс уровня, потому что он очень толстый, но по сравнению с другими намного толще. Как мне кажется, я могу опять же ошибаться. Так, дядя, давай. Блин, он так профессионально поворачивается. Попробую забежать в другую сторону. Он ногу подставил, чтобы я не мог ничего ему сделать. Не, дядя, я еще раз... Ну ты серьезно? Ну почему? Я не хочу четвертый раз сюда идти, алло. Ой, какая чертовски сложная локация. Ну, по-моему, это... Как сказать? Выглядит как победа. Так, давайте. Надеюсь, я не зафидю в этот раз. Ага, надо ближе кидать намного. Ну, у него с наводкой проблемы. А у меня вот вроде все нормально с наводочкой. Так, ну и последний хит. И ГГВП, как говорится, вроде бы. Наконец-то. Ну, давайте 3000 всего. Да знаете, сколько я с ним мучился? Демонический... И все, что дали... Ну, знаете, я в любом случае уже буду рад, то, что мне не придется сюда потом опять возвращаться и вот это прочее, и все такое. Так, ну, тогда теперь нужно попробовать выбраться отсюда как-то. Пока еще до конца не придумал как, но я думаю, мы справимся. Так, здесь я уже, давайте это, считать, сколько душ я тут профукал. 7,5 где-то было. И их уже нет. Так, там сзади по нам... Оу, щит. А почему эти господа здесь остались, а? Есть информейшн? Нет, 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 не уходи. Эть не достал. И что мы делаем? Так, дурачки, вы совсем это отбитые, да? Камера, а можно нормально себя ви... Если что, я джойстик вообще вот ничего не делаю. Он сам у меня как-то вертится. Так, это, конечно, очень интересно, что тут происходит. Ага, во, кое-как мы выжили. Так, надеюсь, они не будут сбивать меня. Так, я должен успеть залезть. По-моему, они ссыкуют меня. А, ну, ну ладно, ладно, нормально. Я, в принципе, так и думал. Большая душа гордого рыцаря. Так, это выглядит как стенка. Реально, я не верил, честно сказать. Так, а куда же мы дальше тогда попадем? Ну, если честно, я уже совсем запутался. Вот, так что да. Вау. Серьезно? А, как бы... Сколько я вот играл? Пару раз. Раз, точно. Я этого не находил. Отвечаю. Так, этот дурачок вообще что-то? Босотонел. Оу, щит, дугля, что творит, чертяка. Ну и все, он устал. Теперь мы ему бьем по пень. Бах. Так, ну, по-моему, это похоронное для него. Я, конечно, не эксперт. Но шансов у него выжить немного. Ну и последний, давай. Нормально. Просто большой палец левой ноги ему отрубили. Так, 3000, да? По-моему, 3. Хорошо, это я помню. И обломок титанита. Спасибо, что не навозный пирог. Так, и теперь, по идее, кто-то в нас кидаться, наверное, не будет, да?
Но опять же, здесь я ничего не могу сделать, вроде как. Блин, ну это очень круто. Для меня это, честно, прям очень большое открытие. Вот, да, поделился. Поехали вниз. Так, сюда, теперь нам вот сюда, по-моему. Так, у нас 5 фляжек, это довольно мало. Ага, это самое начало. Ох, блин, я думал, мы немножко дальше находимся. Ну ладно, ладно, разберемся. Так, а как вот тот ништяк забрать? Я снова в замешательстве. Так, подождите, я реально не знаю, как его забрать. Ладно, я думаю, мы разберемся. Побежали. Нам вообще самое главное наверх попасть. И костерчик там взять. И шорткат открыть. А потом уже будем со всем остальным разбираться. Надо было дальше идти. Я знаю, здесь можно пробежать уверенно на мужика. Но и я немножко секую что-то такое. Ну нафиг, думаю я. И своего рода я в этом прав. Не знаю, почему сработала ловушка. Вроде бы не должна была. Так, этого дядю мы трогать не будем. Здесь так и будет шар кататься? По-моему, нет. Или да? По-моему, да. Вроде нет. Странно, почему-то сломалось все. Так. А, возможно, он теперь в другую сторону едет. Так, только бы не подстрелили. Я думал бэкстап, а это не бэкстап. Ну, они станлокаются, тогда это изи фраги для меня. На 4 удара стаминки хватает, и это просто космически круто. Так, ага. Господи, как же он задоджил, вы только посмотрите. По-моему, сюда, так. И этого хороним с одного удара. Хорошо, давайте до фула дохиляемся. Сюда я больше не пойду, ну его нафиг. Так, это место, если честно, я очень плохо помню. Поэтому я буду осторожничать. Так. Блин, что-то реально вообще не помню, что это такое. Ага. Короче, колдунский сет. И дверь закрыта, наверное, как всегда. Нет, открыта, слушайте. Тогда я уже очень сильно потерялся. Так. Так. Вроде бы здесь я могу ходить и... Ага, все, я догнал, пацаны. И дамы, если вы такие есть. Да, все. Сюда мне нужно пробить путь. Хорошо, это мы сейчас сделаем. Но перед этим давайте вот сюда сходим. Поглядим, что тут. А я отсюда, по-моему, пришел. Или нет? Блин, а что все такое? Вот, да. Вон там пики точеные. Угу. Ну, давайте сходим. Нет, давайте сначала в то место пробьем. Все-таки, наверное, так будет правильно. Так, получается, мы идем сюда. Теперь мы вертим эту штуку. Получается, двигаем сюда раз. Угу, отлично. По-моему, одного будет достаточно. Так что толкаем еще разок. И теперь можем пойти поговорить там с кем-то, с кем-то. Хотя, возможно, придется потом соиться отсюда. Блин, а почему этот дядька выжил? Нехорошо, ну ладно. Ладно, давайте его задамажим. Бабах, бабах, и третий удар. Ты что себе позволяешь, алло? Убили кое-как, хорошо. Так, здесь у нас держали заключенных, и здесь кто-то там со шляпой большой. Похоже, ты в своем уме. Редкое качество в наши дни. Мое имя Логан. Как видишь, я тут попал в переплет. Но у меня есть идея. Ты можешь меня освободить? Я старый, у меня ничего нет, но я могу поделиться с тобой знаниями и волшебством. От этого места у меня ум за разум заходит. Бездействие давит на меня. Блин, то есть мне надо еще найти отмычку, да? И тут надо отмычку найти. Да что ты будешь делать? Ладно, не беда. Если я тем более еще смогу вернуться, то вообще просто пушка. Просто сразу давайте уже всю эту крепость сцены исследуем, чтобы потом не возвращаться и не страдать лишний раз. Так, а вот я не помню, куда я пустил шары. По-моему, сюда. Да, блин. Надо было в самую короткую, скажем так, часть этой локации пускать. Ну, тем не менее, ладно. И это уже тема для будущих свершений. Так, доджем профессионально. Здесь ловушка будет в спину, мы ее... Странно, неужели одноразовая ловушка? Щит... А, здесь можно спокойно пройти, хорошо. Так, снова идем вот сюда. Блин, нет, господи, как же хороша моя реакция. Простите, но я себя немножко похвалю.
Так, и я снова потерялся. Простите меня, но я скоро найдусь. Так, сюда. Сюда нет. По-моему, сюда. Так. Да. Сюда мы не идем. Потому что это чревато мгновенным рипом. А мы идем вниз. Вот так. Хорошо. И здесь выходим. Так. И я помню то, что это мимик. Слушайте, а у него... А, да, цепочка на меня. Ну, я думаю, я с ним смогу разобраться. Ой, господи, да по-моему, он даже не встанет. О, щит, он встал. Господи, какой он стрёмный. Хорошо. Блин, в него надо было символ алчности кидать, по-моему. Ладно, следующего кину, я забыл, простите. Копье молнии, ага, это пригодится. Так, нафиг, на той фигне я не поеду. А куда вот здесь я выйду? Ой-ой. Так, а здесь, по-моему, нужно подождать. Эти шары накопятся, и я потом смогу пройти. Мне об этом писали, по-моему. Так, еще один. А в ту штуку, по-моему, тоже можно упасть, и там что-то должно быть. Но я не уверен. Надо все проверять. Так, ну сколько еще шаров? Пойду гляну. Ага, еще два. Ну или не два. Вроде два. То есть получается один. Почти заполнили. А, вот следующий пробьет. Хорошо, давайте подождем. Я не помню, будет ли в той яме что-то еще лежать. Вот правда не помню. Все, погнали. Отлично. Так, ну и здесь у нас, собственно, только колечко вроде бы, да? С золотым змеем, который увеличивает вроде как поиск предметов или что-то такое. Хорошо. Так, и у меня небольшие сомнения насчет того, смогу ли я здесь пробежать. Ну, я парень жесткий, давайте попробуем. Ну, в скобках нет. Опа, уворот, не получил. Блин, это двойной урон. Нет, 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 не надо. За что? За что меня переехало дважды? Ну, я же жал. Так, ладно. Возможно, если сделать это профессионально, то мы успеем. О, 19 тысяч ГГВП. Блин. Ну ладно, ладно. Скоро вернусь. Я кое-как смог добраться до душ. Забираем их. Мы все-таки смогли сделать это. Так, здесь, по-моему, ничего нет. А, ну в яму мы уже теперь не сможем слазить. Да и, собственно, зачем? Так, ну остается только одно. Путь наверх. Вроде бы там уже совсем чуть-чуть осталось. Так, мы отсюда выходили. Угу, нормально. Так, и получается, нам еще отмычка нужна. И это я помнил. Так, и насколько я опять же помню, там еще одна очень сложная будет такая проходка. Но, по-моему, это не она. Будет еще сложнее. Типа здесь мало места, чтобы... То есть бежим на скорости, по-моему, можно. Да, отлично. Так, и здесь, по-моему, какие-то враги должны оставаться. Блин, а вот это плохо, то, что в щит она приняла. Ага, нормально, получилось. Так, а вот вопрос, хочу ли я упасть? Мне кажется, не хочу. Ну, хотя надо все обследовать. Ладно, фиг с ним, давайте все обследуем, посмотрим, куда мы падаем. И стоило ли оно того? Блин, это вообще того не стоило. Вообще, вообще, простите. Ох. Ну, типа, опять все наверх идти заново, насколько я понимаю, да? Ну да, иди, дурачок. Гуляй, Вася, как говорится. Блин, не круто. Ну ладно, давайте я просто покажу мастерство. И то, чему я научился. Давайте, супер стильно все пробегаем. Супер уверенно. Супер без ошибок. Давайте, все, закрепляем. Раз, пробежали сюда, щит. Нормально, не побегу, я ссыкун. Бежим. Тут дядька повесился. Ага, нормально. Так, бежим дальше. Здесь уже вроде немножко осталось. Ага, я туда не могу запрыгнуть, обидно. Так, а по-моему... Не, вроде не сюда. Так что все норм. Этот вроде убежал, мальчик. Ой, а нет, этот тоже повесился, хорошо. Так, ну и вроде не сюда летит шар, надеюсь. Хорошо.
Так, теперь сюда и дубль 2. Раз, два, три. Бежим дальше. Так, снова надо пробежать на суперспринте. Побежали. Хорошо, пока что уверенно идем. Так, и теперь дорога вот туда и наверх. А я не знаю, куда правильно идти. Чё ты там шипишь? Ну-ка не шипи. Ну и еще разочек. Легко. Два больших осколка титанита. Звучит неплохо. Так, теперь дорога наверх. Кто-то еще топает, слышу. Ага. Есть такая. Но это уже не опасная женщина. Странно, с них я вот сколько бегаю. С тех упало несколько мечей, а с этих вообще ничего до сих пор не упало. Оу, щит. Ты хочешь посмотреть, чья магия круче, красотка? По-моему, твоя покруче будет. Блин. Она делает вид, что она крутая, но куда... Да что такое? Ну мне что, вообще надо выходить стрелять на улицу, а? Еще разок давай, закрепляем. Нет, 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 нет. Хорошо, что я не упал. Если бы я упал, мне бы пришлось разговаривать с тобой совсем по-другому. Так, здесь вроде как должно быть несложно, то есть... А, по-моему, можно сразу пробежать, вроде бы. Давайте этим и займемся. Да, хорошо, хорошо. Оу, щит. Нормально. Так, ну эту мы красотку уже завалили. И здесь, по-моему, ничего нет. Ага, хорошо. Теперь нам через ловушку как-то проходить. Это не круто. Так, и мы можем спрыгнуть сюда. Но, по-моему, это ошибка. Я не хочу еще раз подвергаться ненужному риску. Так что мы пойдем наверх. Так, и мы уже наверху. И это не может не радовать, хочу я сказать. Но вот вопрос, куда идти? Чё-то я запутался чуть-чуть. 8 фляжек с цестусом, довольно неплохо. Так, пока что дорога вниз. Оу, щит. Блин, немножко не то нажал, ну ладно. Мы в любом случае будем победителями. Похилимся. Для уверенности. Так, туда тоже можно спрыгнуть. Надо будет запомнить. Блин, столько вариантов, куда пойти и что сделать. Здесь, по-моему, еще будет один враг с красными глазищами. Ага. Думаешь, ты крутой? Единственный крутой здесь и я, чувак. Прости, пожалуйста, но это так. Осколок титанита, так? Хороший сундук, хороший сундук. Ага, какое-то кольцо. Не помню, что дает. Давайте глянем. А, защита от огня. Ну, даже не знаю, насколько это необходимо в этой локации. Здесь вроде как те великаны могут кидать вот эти бомбы, они разрываются и огнем, короче, по площади бьют. Но это не точно. Ну, хотя это точно, но насколько эффективно против этого кольцо, это уже другой вопрос. Так, там куда-то можно было прыгнуть, но, по-моему, не отсюда. Ой, кто-то кричит. Вот, об этом я и говорил, да. Здесь у нас большая душа отважного воина. Так, и сюда можно прыгнуть, и здесь костер, это я помню. О, да. И знаете, я не это. Не буду гнушаться, я сделаю это. Короче, давайте новый уровень. Господи, что так громко, а? Давайте здоровье. Давайте ученость. Стоп, а я могу проверить? Да, могу. Давайте на 2. Хочу. Хочу 2. Вот так. Нормально. Я буду ученым. И теперь давайте починить снаряжение. Палаши нет. Давайте вот двуручный меч. Тройной щит, да. Теперь все давайте доспехи, в которых мы ходим. То есть юбка, то есть вот это и... Да и, собственно, все. И мы готовы идти дальше. Так, теперь мы идем куда? Налево, направо. Я запутался, вроде налево. Да, отлично. А, там всего 5 фляжек, ну ладно. Ничего, и с 5 фляжками прорвемся. У нас их всего 7. Самое главное найти отмычку. И что-то еще сделать. Ну, это по мере прохождения мы все отыщем с вами, ребята. Так, мы можем идти сразу наверх. Так, наверх. Ага, я понял. Мы пока наверх не пойдем. Мы пойдем в бок. Там у нас один мощный дядька есть, которому нужно дать по лицу. Максимум стелса. Блин, надо было кольцо на подкрадывание использовать, видимо. Так, это не спина. Но урон очень хороший заходит. Ну почему это не спина? Алло, а где у тебя спина? Молодой человек. Давай в левую сторону буду заходить.
И это опять не спина. Ну, в любом случае, мы его тупо забили. Большой осколок титанита. Хорошо. Так, а, лестница. Я уже думал, мы никуда не попадем дальше, но мы попадем. Угу. По-моему, там должны еще лучники какие-то быть, вроде бы, но это не точно. Ага. По-моему, это Рикард. Потому что у него рапира должна быть Рикардова, если я все правильно помню. Ну, по-моему, он больше не встанет. Ого, нифига себе. Ты что, мастер воротов? Дядя, ничего, что ты какой-то дуже быстрый. Господи, ты что, играть умеешь в эту игру? Ну-ка, атака в прыжке, что скажешь? Ничего он не скажет, потому что он отъехал. Рикардова рапира. По-моему, ультимативное оружие для ловкачей. Но это не точно. Так, и куда мы пришли в итоге? Мы пришли в... к двум сундукам, которые нормальные сундуки. Здесь небесное благословение. И редкое жертвенное кольцо. То есть, по-моему, когда при смерти, оно все сохраняет. Ну, неплохо, неплохо. Но все еще мне не покидает ощущение, что я что-то где-то подзабыл. Как вот, например... Ага, тень. Нормально. Вот как, например, сюда попасть? Видимо, никак. Ну, ладно. Не суть. Ага, здесь, по-моему, можно перепрыгнуть к торговцу. Но вот вопрос, получится ли у меня с первого раза сделать так, как надо. Что бегать, честно сказать, я уже подустал. Не знаю, Dark Souls что-то так выматывает. Давайте этого негодника развалим, попробуем. Вот, чтобы он нам не мешался больше. Так, сейчас он адские свои атаки начинает комбить. Так, 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 алло, дядя, давай по одному. Раз, два... Три. И еще буквально две атаки. Надо стаминку только накопить. Обязательно. Раз. И силовуха. Минус один. Так, а вот не ошибку ли я совершил? По-моему, ошибку. Так, куда мы прыгнем? Так, мы теперь вместо жерновов, да? Ну, в принципе, тут недалеко. И я надеюсь, что я смогу пролезть еще раз. Так, давайте до фула. Просто минус уши на этой ловушке. Каждый раз. Так, ну теперь-то супер уверен, я думаю, получится в любом случае. Так, и теперь самое верхнее пройти. Тут красотка стоит, и это я помню. Оу, щит, вот это, кстати, ошибка, ребята. Моя, но вроде нормально. Мистер Медуза Гаргона нас простила. А вот этот мужчина сзади не очень-то. Так, надеюсь, все получится. Ага, хорошо, чё, дурачок, упал? Хы, круто, нормально, получилось. Просто успех. Так, и по идее уже никто в нас не должен кидаться, кроме там еще одного мужчины, который сверху. И я надеюсь, то, что запись после всего этого не залагает. Потому что немножко дернулась, но я надеюсь, все нормально будет. Так. Раз. Прыжок веры. Господи, нет, за что? За что? Почему он, а не я? Собрались. Не время для отчаяния, а время дать по голове вот этому дядьке. Хорошие новости, я кое-как таки смог перепрыгнуть, и мы пойдем на разговор к мужчине. Так, да, все верно. А что, что, кто ты? А, очередная нежить, да, я в одиночку захватил крепость Сена. Но я ничем не отличаюсь от этих жестоких существ, мной двигало тщеславие. А, ты думаешь, ты отличаешься от других? Что, ты справишься? Я помню это чувство, ведь я был таким же. Давай, я помогу тебе в поисках душ. Так, что тут-то продается? Бомба, зеленый цветок, осколки-обломки. Так, плюс 10, нет, неинтересно. Угу, балтерский щит, осадный щит, стрелы всякие. Катаринский шлем, угу, доспехи, прикольно. И стальной шлем, доспехи. И балдерский, вот балдерские доспехи мне нравятся, они красивые. Брать я их, конечно же, не буду. Не, я лучше душу оставлю, совсем ничего. Ступай в бой ногой. Дядя, давай ты там это, останешься при своем мнении, я при своем мнении, это и... Под ногами там не мешайся, хорошо? Так, и по-моему, вот здесь как раз-таки ключ должен у нас лежать. И на этой лестнице, я помню, пару раз падал.
Так, здесь у нас снова Медуса Горгона. Ее атаки мы супер стильно доджим и наносим сокрушительнейшие свои. Отлично, ключ от клетки. Ля, какая рогатка, вы только посмотрите. Простите, ладно. Это глупо, да. Я знаю, шутки за 300, все дела, ну блин, камон. Иногда этого не хватает. Где вы еще? У кого на видосах такие глупые детские шутки вы увидите, а? Вот поэтому я беру удар на себя. Так, ну теперь самое сложное, сделать прыжок в другую сторону. Скорее всего, он не получится, но я не оставлю попыток. Давайте, раз, два, три. Опа! А, нормально. Я, в принципе, на это и рассчитывал. Так, хиляемся до фула, три фляжки. Так, ну, знаете, я попробую по хитрой стратегии. Потому что я смотрел разборы спидранов по Dark Souls 1. И я знаю, как этого голема можно попробовать скинуть. Я, конечно, более чем уверен, что у меня не получится с первого раза. А то и со второго и с третьего. В любом случае, всегда его можно будет завалить по-честному, но попробовать мне, опять же, никто не мешает. Так, здесь, помню, мужчина стоит. Недолго ему стоять осталось. Пошатнулся. Ой, хорошо, что он не запарировал меня. Мне бы очень этого не хотелось. Так, здесь, по-моему, ничего вообще нет. И зачем это нужно, непонятно. Или это призрачная стена? Нет. Тогда я в замешательстве. Снизу тоже ничего, ладно. Мы все ближе и ближе к босяре. Ох, и потом Анрлонда, это будет жестко. Вот, и это, насколько помню, шорткат. Открыть? Отлично. Давайте сразу вниз, потому что нам там нужно двух ребят открыть. Чтобы в долгий ящик это не откладывать. О, я, кстати, могу двигаться в этой клетке, прикольно. Так, и теперь вопрос, по-моему, мне в ту сторону. Открывайте, мне вот сюда. Да, раз никого нету, значит, я всех убил. Но это не точно. Так, теперь нам сюда. Хоть бы не навернуться. Два удара. Ой, хорошо, что меня не скинуло сейчас. Нет. Блин, ну. А, хотя знаете что? И эта дура еще упала. О, нет. Как же все сложно. Ох, ну короче. Кое-как смог сюда добраться. Сейчас мы пробиваем эту дырку. Сразу убираем рычаг в другую сторону. Спасаем там всех, кого нужно спасти. Отлично. Так, и потом мне еще как-то придется вернуться. И получается подняться наверх. Что ты тут рычишь? Ну-ка не рычи, пожалуйста. Шансов у тебя не очень много. О, небо, благодарю тебя, я спасен. Я бы хотел продолжить свои странствия. Но сначала нужно кое-что записать. Я перед тобой в долгу. Я вернусь в храм огня. Поговори со мной там, я поделюсь своим волшебством. Звучит немножко неоднозначно. Ну ладно. Здесь у нас что? Здесь у нас душа героя. По-моему, 10 тысяч душ. Ни много ни мало, но неплохо. Так, ну теперь мы отправляемся чуть-чуть назад. И идем вверх. Наверх, уходи. Не нравишься ты мне. Так, получается нам вот туда, обратно. И, по-моему, где-то здесь мы сможем подняться наверх. Немножко необычно в другую сторону двигаться. Нет, 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 нет. Знаете что? Давайте мы сделаем вид, то, что этих 13 тысяч душ просто не было. Потому что я сейчас пойду за ними, я еще где-нибудь зафидю. Я прям буду очень сильно гореть и очень сильно злиться. Я не очень бы этого хотел, вот. В Анрлонда, если что, я за кадром нафармлю, все будет по красоте. Ну просто не-не, просто в топку. Ну их нафиг. Сейчас пойдем на этого гиганта стального. Надеюсь, победим его без особых проблем. И будем таковы. Но это не точно. А
А когда я в первый самый раз играл, я не знал то, что там вот тот есть промежуточный костер. И если я здесь лажал, мне приходилось вообще все с самого начала пробегать. Представляете, насколько это было больно. Так что сейчас это еще довольно лайтовая версия, так сказать. Бах по горбу. Просто ваншот, ванкил. Тут у нас нечего. Почему этот дядя так громко гремит? Сейчас я нос почешу и развалю ему кабинет. Так, это у нас что? Ага, слушайте. А вот это я не помню, что это за место. Ну-ка, ну-ка. Пустое место. Неужели, по-моему, здесь кто-то может быть, но я не уверен, так что нет. Так, ладно, пойдемте с ним на разговор. Потому что если его не убить, он будет в локации, по идее, с боссом нам мешаться. Но это не точно. Сейчас я почешу нас опять. Так, иди сюда. Тупо ему в очечи забегаем, и он уже нам ничего не может сделать. Главное, чтобы он рейдж-мод не включил. Потому что, скорее всего, это будет ваншот. Понятно, что непонятно, что происходит. Ну и, собственно, он устал. Говорит, я старый, отстаньте от меня. Ну и ГГВП. И это можно сломать вроде бы. Угу, чтобы просто шансов ни у кого уже не было мешать мне. Хорошо. И вон босяра стоит. Обломок титанита, хорошо. Так, то есть, возможно, я уже обломками смогу на плюс 11 и более заточить. О, ну чё, как говорится, с богом, погнали. Стальной голем. Так, все по стратке. Ноги как на видосе. Отлично. Забегаем вот сюда. В очечи мы проходим. Опа, супер стильно. Раз. Два. Опять в очечи. В очечи, в очечи. Пару ударов. Раз. Два. Ошибка! Я просто не знаю, что он делает. Его ударная волна плоха тем, что она может скинуть. А нам этого не хочется. Ага. Ну, короче, по-моему, не в ту сторону я его начал ронять. И он, по-моему, даже не упал, в общем-то. Ага, ну шо, дядя, на попень присел? Просто минус лицо делаем ему. Можно, кстати, кидаться, пока стаминка регенится. Это прикольно. Раз. Два. И силовую еще запихнуть успею. Бабах, просто. Дядя, отпивайте его, пожалуйста. Спасите его кто-нибудь, пожалуйста. Дайте ему пожить. Бабах, все, ГГВП, легко. Не почувствовал. Душа железного голема. Победа, победа вместо обеда. Человечность и хочу 1040 душ. Можно мне, пожалуйста? Серьезно? Я просто по рофлу сказал 40 тысяч, офигеть. Лол. И это работает. Так, ну, полетели. Ну и, наконец-то, мы с вами, как это получается, появились в Анерлонде. Как всегда, предыдущая, следующая серия будут в описании справа сверху. Всем большое спасибо за просмотр, вы самые лучшие, с вами был Хилхёрдс. И скоро мы увидим груди Гвиневер, надеюсь, да, вот.